Ставлю приспособу для того, чтобы косить траву. Выглядит она примерно вот таким образом. В чем нюанс? Нюанс вообще, в чем нюанс? Почему я сейчас ее буду снимать и покупать еще одну приспособу? И для чего она мне нужна? Одним словом, цепляется она также за двигатель и приводит в движение вот эти роторные косилки с такими вот ножами. И тем самым, когда крутится двигатель, здесь также роторные вот эти косы, ножи, они распрямляются и косят траву. Сам я не пробовал, как это все работает, но говорят, очень здорово. Одним словом, но есть какой нюанс. Она наглухо закреплена к мотоблоку. Но это базовое крепление. Сейчас я прекрасно понимаю, что если, допустим, какая-то неровность, или, допустим, вот сейчас я в данный момент поеду на ней, этот адаптер мне не поставить. По одной простой причине, про небольшие кочки, когда я буду проезжать кочки, он будет упираться в землю, тем самым шкрябать асфальт, землю и так далее. Одним словом, я его сейчас сниму и буду заказывать. Я уже узнал, существует такая приспособа, которая ставится на нос, которая позволяет поднимать весь этот механизм точно так же, как и сзади механизм. Одним словом, здесь будет поднято, и здесь будет какой-то рычаг, и также будет подниматься. Как это все будет исполнять, как это будет именно в работе, я не знаю. Будем проверять. Адаптер однозначно, эту приспособу для поднимания этого механизма я буду покупать точно, потому что, ну, не дело так, приехал я, допустим, в поле там, и мне надо с собой брать ключи, вести где-то, опять же, эту косу и ставить. Удобнее всего выехал из гаража, уже снаряженный тракторёныш, да, и уже можно и косить, и сажать, и так далее. Одним словом, тестим дальше. Сейчас, в данный момент, я эту косу снимаю. Сейчас я посмотрел, в принципе, какой принцип работы, как, что. На самом деле, все очень просто. Тут ремень передает крутящий момент на шестеренке. Там, я так понимаю, небольшой редуктор передает крутящий момент сюда. Внизу тоже редуктор. Он передает крутящий момент на сами косы. И вот эта вот часть, я так понимаю, она скользит по земле. Все очень просто, примитивно. Как это будет работать, честно, не знаю. Но на грани фантастики. Кстати, еще в чем нюанс. Вот эту штуку поставил я неправильно. У нее смещенный центр. Видать, это вымеряли не просто так. Ее нужно ставить вниз башкой, чтобы вот этот центр был смещен левее. Потому что я вот поставил, ремень у меня перекошен сюда. Но я в любом случае сейчас буду разбирать все это хозяйство и покупать приспособу для того, чтобы можно было поднимать этот весь механизм. Так что установка самой косы на мотоблок не закончена и будет продолжена в следующем видео. А мы тестим дальше.